Друзья, привет! У нас сегодня неплановая пересадка рыбы. Пересаживаем из этого садка в другой садок для того, чтобы этот садок будет ремонтироваться. У него полностью сломался каркас дна. Прогнил металл со временем в воде все-таки. И мы будем его менять. Для этого мы приготовили чистый садок для рыбы. И пересаживаем рыбку в новый дом, чтобы она там прижилась. А потом поменяем, сюда придет уже другая рыбка. В процессе роста всегда рыбу надо рассаживать. Когда она растет, надо ее сажать более реже, ну, чтобы она не давила друг друга, а именно росла в комфортных условиях, чтобы не было дедовщины. Сколько уже? Шесть. Ну, берись, там в садке сидит еще один. 7. Значит, предыдущий был 6, сейчас 7 будет, да? 7, да. Ага, хорошо. Так, сейчас посмотрим, как рыбка будет пересаживаться. Погода сегодня не жаркая. Для таких физических работ очень даже комфортная. Вон в тот садок приготовленный. Просто спокойно рыба пересаживается еще. И поплыла. Так, идем дальше. Периодически у нас бывают такие заботы, особенно когда моем садки, либо же когда занимаемся ремонтом, пересадкой. Пересадка рыбы делается периодически, потому что если садок, например, зарос травой и водорослями, его надо мыть, мы убираем из него всю рыбу. И потом уже его моем керхером. Ну а сейчас вот идет именно пересадка. Еле успел заснять на вешалах. Здесь было полное. Ну, около 10 тушек висело, вот их забирают периодически в цех переработки. Такая вот красотка, осетровый провесной ачуевский малосольный балычок. Он, из него сейчас делается наш хит продаж осета в пряном масле. Балыковая нарезочка и нарезочка куском на коже. Ну, такие куски на коже получаются где-то примерно там от 250 до 400 грамм. Каждой вакуумной упаковки, естественно. Для москвичей вообще очень удобно, Валя, только позвоните нам, и сразу же в этот день мы вам доставим. Завтра у нас вот эта продукция свежайшая поедет в Москву. Будем готовиться к праздникам, затаривать склад. Ну, вот такая рыба спокойненько хранится в морозилке до минус 5 и без проблем. Ну, так слегка подмороженная в вакуумной упаковочке. Друзья, звоните, с удовольствием вам пришлем, привезем такую вкусняшку. Сезон балыков уже заканчивается, кстати, поэтому поторопитесь, все телефоны в описании страницы, успейте схватить свою вкусняшку. Да, еще один момент, кто-то нам сказал, что мы работаем с китайской рыбой. Нет, друзья, это поротые самки, от которых получена забойная икра. Самки 10-12 лет от роду, и весили они более 14 килограмм. Мы работаем только с такой крупной рыбой. Такая рыба тоже заканчивается, безусловно. Сезон забойной икры тоже подходит к концу. Вот. Так что успевайте, бронируйте, звоните. С удовольствием для вас пришлем. Для москвичей вообще в день заказа идет доставка. Поскольку наш офис в Москве, сервис личной доставки, работает, набирая обороты каждый день. Ну, всем добра, друзья. Вкусного дня. Пока-пока.